Ну вот. А веревка где? Опять веревки нет. Катя! Наташа! Катя! Наташа! В конце концов. Неужели нельзя найти другое, более целесообразное занятие? Я должна сушить белье чуть не на канате, а веревка у нее во дворе у Кати. Я должна сушить белье чуть не на шнурочке, а веревка у нее во дворе у дочки. Не найдется в нашем доме ни веревки, ни шнура, потому что в нашем доме скачет девочки с утра. Нет, от нашего двора чемпионы мастера носят прыгалки в кармане, скачет с самого утра, скачет с самого утра. Оттоптали пятки в новых тапочках дыра. Вот кладут тапочки.